QR-код о сделанной прививке от COVID не освобождает от ношения масок. В общественных местах и транспорте средства индивидуальной защиты обязательны. За тем, как соблюдается масочный режим, ежедневно следят. Проводятся рейды, главная цель которых не наказать, а обезопасить. Об этом говорили на штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Совещание прошло под председательством Елены Лапушкиной. Глава города подчеркнула важность соблюдения всех мер профилактики, в том числе на рабочих местах. По поводу допуска сотрудников, имеющих температуру, уважаемые коллеги, как руководители, еще раз заостряю ваше внимание, что никаких сотрудников с температурой, с недомоганием на рабочих местах быть не должно. Чтобы у нас не было самоуспокоенности, для нее оснований никаких нет. И каждый на своем месте должен работать. Нет ничего важнее сохранения жизни людей. Ничего важнее нет. И здоровья. За прошлую неделю в Самаре было зафиксировано 829 случаев заражения COVID. В борьбе с вирусом медицинские работники подтверждают эффективность вакцинации. В числе тех, кому она строго необходима, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Самарской области, государственные и муниципальные служащие. Так темпы иммунизации в этих структурах увеличились. За период с 23 июля по 29 июля, то есть за 7 дней, количество сотрудников, прошедших вакцинацию, увеличилось на 2459 человек. И если на протяжении длительного периода времени нашего мониторинга количество вакцинированных сотрудников за неделю варьировалось порядка 1000-1500 человек, то за последнюю неделю мы наблюдаем, конечно же, значительный рост. В ходе многочисленных рейдов, которые проводят в торговых центрах, транспорте, объектах потребительского рынка, фиксируются нарушения и составляются протоколы. За последнюю неделю в Управление гражданской защиты поступило 32 административных материала. За все время пандемии с нарушителей взыскали уже свыше 5 миллионов рублей. Мария Елчан, Василий Колдашов, События.